На конкурс дети читают стихи. Шахкерима Альбина, 14 лет. Селение Копир-Козмоляр, средняя школа. Анатолий Андреевич Смирнов, баллада «Журавля». Тихим рассветом над шию полей в Россию летали пять журавлей. Вышла на улицу старая мать, чтобы солдат с ней постучать. Было у матери пять сыновей, стало у матери пять журавлей. Первый журавль — это старший Иван. Мама, прошу я на смертный таран. Это случилось в бою под Москвой. Вражий пилот будет помнить отбой. Мама, не сдал я врагу Сталинград. Этот рассказ начинает играть. Третий журавль повернут в реке. Это Василий. На узкой дуге пая в неравном и тяжком бою, но не подвел батарею свою. Слышится матери голос Петра. Мама, погиб я на склонах Днепра. Чтобы спасти от погибели свод, грудью упал я на вражеский дот. Я тоже рад оказался на крыше. Скрикнула мать. Это младшенький, Миша. Ехал с победой от счастья к дом. Мангер встретил Мишего. Свежее утро. Стало матери пять.